Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Савич Сергей, и я хочу с вами сегодня поделиться очень интересной концепцией, которая позволит магазинам получить клиентов, а клиентам получить дополнительные выгоды, то есть убирая с рынка посредников. Итак, представьте, любому магазину, любому продавцу нужны клиенты. Что делает наша концепция? Она аккумулирует клиентов и дает их магазину. Если вы в одиночку придете в какой-то из магазинов, ну, например, в М-видео и попросите камеру, ноутбук, телефон со скидкой, наверняка вам откажут. Но если вы придете в тот же магазин или к тому же продавцу и предложите ему, допустим, 100 тысяч клиентов, с вами с удовольствием будут говорить и предоставят максимальные скидки. Что делает наша концепция? Она объединяет клиентов, дает этих клиентов продавцам и полученные деньги от продавцов отдает назад клиентам. Ну а клиенты получают огромную возможность возвращать со всех своих покупок деньги назад, что позволяет экономить семейный бюджет и тратить его на свои нужды. Ну а теперь давайте подробно посмотрим, как это работает и как вы можете прямо сегодня обеспечить себе до 7 источников пассивного дохода. То есть это деньги, которые поступают к вам на счет, независимо от того, работаете вы или нет с однажды проделанной работы. Итак, представьте, есть кэшбэк-платформа, на которой на сегодняшний день уже более 900 магазинов, более 8000 брендов. И эта платформа возвращает клиентам от 1 до 36% денег со всех покупок. Соответственно, любой человек абсолютно может на этой платформе абсолютно бесплатно зарегистрироваться и, делая покупки в тех же магазинах, в которых он делал раньше, получать кэшбэк до 36%. Давайте пример. Допустим, вы приходите, зарегистрировались на платформе, приходите в магазин Beeline, делаете покупку iPhone X10 и это покупка, так как вы ее сделали через платформу, возвращает вам 6000 рублей обратно на счет. Как вы думаете, это выгодно клиентам? Конечно. И это первый вид дохода, который получают люди все на платформе абсолютно бесплатно. Еще раз, любой человек регистрируется на платформе, делает покупки и получает кэшбэки обратно на свой счет. Для клиентов у нас также есть еще специальное предложение стать VIP-клиентом и получить 3 дополнительные выгоды от платформы и 3 дополнительные возможности. Что это за предложение? То есть вы можете один раз в жизни купить Gold-карту у нас на сайте и, соответственно, получить VIP-статус. Стоит это 34 евро, платите один раз в жизни. Что это дает? Это дает 3 вещи. Первое. Те же самые покупки, но кэшбэк на 60% выше. Например, с того же айфона вместо 6000 вы получите уже 9000 кэшбэка. Второе. Теперь вы можете, как VIP-клиент, рекомендовать платформу своим друзьям и знакомым и получать процент с их покупок. Смотрите, как здорово. Вы дарите людям возможность возвращать деньги и благодаря этому получаете сами вин-вин. Выгода-выгода. Соответственно, третий вариант, если кто-то из ваших знакомых, которые зарегистрировались по вашей рекомендации на платформе, также покупают себе VIP-статус за 34 евро, вы получаете от компании 17 евро на свой счет дополнительных денег. То есть подключили 10 человек, получили 170 евро, подключили 100 человек, заработали 1700 евро. Это VIP-клиенты на платформе. Статус Gold. Теперь давайте рассмотрим второй источник дохода. Второй источник дохода уже доступен только для партнеров компании. Ну и у вас встает вопрос, что нужно сделать, чтобы стать партнером компании. Есть 4 вида мини-франшиз, которые позволяют стать партнером и получить до 7 источников дохода с платформы дополнительно. Итак, что это за 4 пакета мини-франшиз? Первый пакет стоит 115 евро и включает в себя 4 голд-карты по оптовой цене. Во всех пакетах есть набор голд-карт по оптовой цене. А второй пакет стоит 496 евро и включает в себя 20 голд-карт. Третий пакет стоит 888 евро и включает в себя 38 голд-карт. Ну и четвертый пакет, причем он самый выгодный, о нем я чуть позже дополнительно расскажу, он дает самые высокие проценты, он самые большие выгоды дает и он дает все виды дохода. Стоит 1777 евро, но так как мы его только запустили, до
1 октября, на него очень большая скидка, и вы его можете приобрести всего лишь за 1378 евро. Второй вид дохода, который открывается с партнерской франшизы, это возможность получать доход не только с лично приглашенных людей, а со всех клиентов, которые пошли от ваших людей. Как это работает? Как в сарафанное радио, как все у нас в мире происходит? На сегодняшний день по статистике более 80% всех покупок в мире делают либо постоянные клиенты, либо люди, пришедшие по их рекомендациям. Так вот, смотрите, допустим, вы подключили 100 человек бесплатно, своих друзей. Допустим, вы не блогер, у вас нет какой-то подписной базы, вы не популярная личность, потому что там один человек может подключить 10 тысяч человек, 100 тысяч человек и так далее. Вы простой человек, у которого в списке 100 человек в телефонной книге. Вы им показали платформу, они зарегистрировались, начали пользоваться платформой. По статистике 10% людей начинают рассказывать о платформе или даже становятся партнерами компании, потому что тоже хотят иметь выгоду. И допустим, вот эти 10%, это 10 человек сделали то же самое. На второй линии у вас будет 100 человек. Там 10% сделали то же самое, на третьей линии 1000 человек. Эти люди сделали то же самое, 10 тысяч человек. Эти люди сделали то же самое, 100 тысяч человек. Эти люди сделали то же самое, 1 000 000 человек. Так вот, смотрите, имея партнерский пакет, вы со всех этих людей можете получать доход. Давайте рассмотрим пример. Мы не будем брать даже дорогие покупки типа телефонов, компьютеров, путешествий, потому что у нас есть уже сейчас случай, когда человек поехал с семьей отдыхать в Швейцарию и 44 тысячи кэшбэка сразу получил. Мы возьмем простые примеры. Допустим, семья тратит через платформу на свои нужды, там одежда, бытовая какая-то химия, еда, 30 тысяч рублей в месяц. При среднем кэшбэке в 7%, соответственно, эта семья будет получать от платформы 2000 рублей назад на свой счет. Если эти люди в вашей структуре, соответственно, вы будете получать с каждого по 105 рублей. И давайте посмотрим, допустим, если у вас минимальная франшиза за 115 евро, то есть уже со второго уровня в нашем примере, с 1000 человек, вы будете получать 105 тысяч рублей. Согласитесь, это хорошие деньги, очень многие люди с утра до вечера работают и не получают таких зарплат. Если вы взяли пакет за 496, у вас уже доступно 3 уровня. Соответственно, в нашем примере до 1 000 000 рублей вы можете получать по второму виду дохода. Если у вас третий-четвертый пакет, соответственно, вы получаете до 10 уровней в глубину, и это уже очень хорошие деньги. Даже если люди будут там не по 100 рублей с каждого человека, а по 10 рублей приходить, на пятом уровне с 1 000 000 рублей 10 миллионов ваш доход. 10 миллионов рублей каждый месяц ваш доход. В принципе, во многих регионах за эти деньги каждый месяц можно покупать по квартире. Это мы с вами рассмотрели второй источник дохода. Доход со всех покупок всех людей, которые пришли от вас или от тех, кого пригласили вы. Теперь давайте рассмотрим третий вид дохода. Третий вид дохода – это доходы со всех проданных франшиз. Как я уже сказал, 10% по статистике людей, которые зарегистрировались на платформе бесплатно, говорят: хорошая идея. Если с этой платформой можно зарабатывать, я с удовольствием поделюсь этой информацией со своими знакомыми. Они это делают, они покупают партнерскую франшизу, становятся партнерами и начинают рекомендовать эту платформу профессионально. Так вот, смотрите, все люди, которые купили франшизу, они встают в систему. Это бинарная система, у каждого человека под ним есть левая команда и правая команда. То есть и все люди распределяются по этим двум командам, вставая друг за другом по мере покупки партнерских пакетов. В эту систему, еще раз повторяю, попадают только те люди, которые купили партнерский пакет. Давайте рассмотрим на примере. Допустим, вы подключили 10 человек, из которых 4 человека купили себе партнерские франшизы. Соответственно, эти 4 человека встанут в систему. Сперва встанет первый человек, потом встанет второй человек. Так как первые два места заняты, левая и правая команда начала формироваться, третий человек уже пойдет под первого. И, соответственно, первый с этого оборота уже тоже сможет получать доход. Ну и это еще не все, дорогие друзья. Теперь подходим к самому интересному. Представьте,
есть люди, которые говорят, я не хочу никого подключать, я не хочу никому рассказывать, но я хочу иметь свой бизнес и свой источник дохода. Для таких людей тоже есть предложение. Покупая пакет за 888 евро или за 1378 евро, вы получаете возможность подключать к платформе магазины и получать процент с товарооборота всех людей, которые через платформу приходят в этот магазин и делают покупки. Ну, я вам приведу простой пример. В мае месяце в одном из магазинов был сделан товарооборот 23 миллиона рублей. Если бы вы были тем человеком, который подключил этот магазин, 2 с лишним миллиона магазин выплатил в виде кэшбэков своим клиентам. Соответственно, вы бы получали от 10 до 15% с этого оборота. То есть минимум 200 тысяч рублей давал бы вам этот магазин каждый месяц. Это всего лишь один магазин. Количество магазинов, которые вы можете подключить, не ограничено. В чем отличие пакетов за 888 и за 1378? Разница в том, что в пакете за 888 евро вам нужно отдельно покупать лицензию, которая стоит 150 евро и работает на конкретную страну, на которую вы купили эту лицензию. А в пакете за 1378 евро лицензии не нужно покупать, они уже включены в пакет. Более того, они не привязаны к какой-то стране, они работают на весь мир. Это очень тоже большая выгода и большое преимущество. Ну и пакет максимальный дает еще одно преимущество и еще несколько видов дохода, о которых мы поговорим с вами дальше. Итак, мы рассмотрели с вами 4 источника дохода. Первый – доход с личных покупок. Второй – доход со всех покупок всех людей в магазинах. Третий – доход с проданных франшиз. Четвертый – доход с подключенных магазинов. Пятый вид дохода доступен только на максимальном пакете, который называется «Престиж». Это возможность получать доход со всех проданных лицензий на подключение магазинов. То есть каждый раз, когда человек на пакете за 888 покупает лицензию за 150 евро, вы получаете 50 евро на свой счет. Или когда любой человек, по вашей рекомендации вошедший, покупает максимальный пакет, в который лицензия уже включена, вы также получаете 50 евро. Но теперь более интересно скажу вам. Вы можете получать эти 50 евро не только с лично приглашенных людей. Здесь еще работает динамическая компрессия. Что это такое? Допустим, вы пригласили 5 человек, которые вошли на пакет самый маленький, который у нас называется платина, за 115 евро. Эти 5 человек пригласили еще по 5 человек, на второй линии у вас 25 человек, которые тоже вошли на небольшие пакеты. А вот на третьем уровне 125 человек решили купить пакет «Престиж» и подключать магазины. Так вот, система будет искать ближайшего к ним человека, у которого есть пакет «Престиж», и все эти 50 евро будут стекаться туда, хотя эти люди на третьем глубине, и, возможно, не вы лично их приглашали. Это называется динамическая компрессия, и это доступно на пакете «Престиж». И это пятый вид дохода по 50 евро с каждой лицензии. Более того, когда к вам пришло 50 евро с лицензии, соответственно, в вашей команде появился человек, лично приглашенный или где-то с глубины, который имеет право подключать магазины. Вы передаете ему опыт и обучаете его, как это делается, плюс его обучает компания, вы помогаете ему делать первые шаги в этой области, и за это вас компания тоже вознаграждает. Вы получаете 6-й вид дохода, это доход с подключенных вашими людьми магазинов. От 1 до 5% вы можете получать с каждого партнера, который подключил магазины, от которого вам пришло 50 евро. Ну и теперь, друзья мои, 7-й вид дохода. 7-й вид дохода, который поистине может сделать вас богатым человеком. То есть это доход
не сиюминутный, как все доходы, про которые я говорил сейчас, потому что все предыдущие виды дохода вы прям в ближайший месяц уже по каждому из них можете заработать деньги. И уже у нас есть ребята, которые прям в первый месяц, подключившись к проекту, начали зарабатывать 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч рублей. Рекорд на сегодняшний день 1 300 000 рублей в первый же месяц работы. Это фантастические возможности, которые открываются для людей. А седьмой вид дохода, о котором я поговорю, это доход, который чуть-чуть отсроченный. Доход, на котором будут зарабатывать в основном основатели компании, потому что вот все, что я сказал, это уже работает. Осенью мы планируем запустить целую экосистему. Мы планируем запустить свою диджитал-платформу, мы планируем запустить свою платежную систему, и мы планируем, вернее, не планируем, а уже запустили приложение, которое позволяет работать не только с онлайн-магазинами, как мы начинали, а подключать любой магазин, который работает в режиме офлайн. Что такое Digital Platform? Это аналог цифрового банка, который обслуживает всю систему. Дело в том, что сейчас уже с каждой транзакции банки, платежные системы имеют процент. И это уходит на сторону. Неважно, покупаете вы что-то в магазинах или выводите даже свои комиссионные себе на счет в банк, каждый раз банки, платежные системы имеют процент. Когда мы запустим экосистему, будет свой банк, все эти деньги остаются внутри системы. И вы можете стать акционером этого банка. Вы можете приобрести опционы, которые в дальнейшем конвертируются в акции, с которых вы можете получать доход, будучи акционером всех вот этих трех вещей. Это очень серьезные деньги. Именно благодаря тому, что люди получали доли в каких-то крупных корпорациях, компаниях, многие становились миллионерами или мультимиллионерами. Соответственно, такая возможность есть. Всего в компании 100 тысяч акций, 25% из которых компания дала возможность приобрести партнерам. И такая возможность есть только на двух пакетах. За 888 евро, на пакете Black Extra Plus он называется, и на пакете Prestige. Соответственно, как только эти акции будут партнерами раскуплены, эта возможность закроется. Пока она есть, и вы тоже ей можете воспользоваться. Тем самым компания дает возможность иметь для людей дополнительный стимул, сделав их совладельцами проекта и давая возможность вместе строить клиентскую сеть. Итак, друзья, давайте подведем итог. Прямо сегодня вы получили информацию, которая открывает вам 7 независимых источников дохода. 7 источников дохода, которые вы можете получать, запустив и сделав работу один раз. Почему во всем мире все люди упорно работают, но не все становятся богатыми? Потому что они делают работу один раз и деньги получают за это один раз. Здесь, запустив процесс, поделившись информацией, подключив людей к проекту, вы можете получать доход снова, снова, снова и снова. Каждый раз, когда кто-то идет в магазин, каждый раз, когда кто-то делает покупку и получает свою выгоду, доход прилетает и вам. Почему концепция и компания называется Win-Win People Capital? Потому что в ней выигрывают все. Магазины выигрывают, потому что они получают лояльных, довольных клиентов. Клиенты выигрывают, потому что часть денег, которые раньше забирали рекламщики, идет им в карман назад. И, конечно же, выигрывают те, кто этой концепцией поделился, потому что с каждой покупки в каждом магазине они имеют свой маленький, пускай, но интерес, свой маленький ручеек денег, который может вылиться в большой океан. 7 источников дохода. Соответственно, примите решение. С вами сейчас человек, который поделился этой информацией, он даст вам ссылочку. И по этой ссылочке вы можете зарегистрироваться, и первый вид дохода вам доступен сразу. Выбираете любой пакет, и вам включается еще до 7 источников дохода. Выберите, который вам комфортный, и начните менять жизнь прямо сегодня, не откладывая на завтра. Потому что рынок сейчас чистый. Если на американском рынке делаются триллионы долларов через кэшбэк-платформы, то у нас и в Европе этот процесс только запускается. На сегодняшний день на площадке у нас на платформе около 300 тысяч клиентов. Цель компании за 5 лет – 10 миллионов партнеров. И, конечно же, мы эту цель выполним. Какой процент из этих клиентов будет ваш – решать вам. Сколько магазинов подключите вы – решать вам. Более того,
каждый магазин станет источником подключения клиентов. Сейчас я обращаюсь к предпринимателям. Представьте, у вас есть ресторан, у вас есть какой-то магазинчик, у вас есть, может быть, магазин одежды. Каждый день к вам приходят клиенты, потенциальные. Не все из них даже уходят с покупкой. Но подключив их к системе, вы можете получать доход с этих клиентов во всех других магазинах. Неважно, покупают они одежду, еду, летят отдыхать или покупают авиабилет, покупают смартфон, телефон, технику, одежду, стройматериалы. Со всего этого вы можете иметь процент. Соответственно, это будет происходить, и это не остановить. Есть ли другие кэшбэк-платформы? Есть. Но никто в мире не делал полную совершенную экосистему, в которой есть все. Когда мы ее запустим, у каждого клиента будет банковская карта, у каждого клиента будет приложение, которое является и приложением его банка. И деньги будут с каждой покупки по этой карте в каждом магазине, который подключен, идти прямо на счет этому клиенту. Что это значит? Это значит, что придет время, и клиенты будут делать покупки по приложению. Если вашего магазина на сегодняшний день не будет в приложении, считайте, что вас нету на рынке. Вы прозрачны. Это как сейчас происходит. Я очень много путешествую, я приезжаю в любой город. Первым делом, когда я бронирую гостиницу, я захожу на Booking, выбираю гостиницу. И если гостиницы на Booking нет, для меня ее в городе не существует. Точно так же не будет существовать магазина, если он не на платформе. И сейчас у вас есть уникальная возможность быть первыми. У вас есть уникальная возможность получать клиентов. Но а для клиентов, конечно, уникальная возможность со всех покупок возвращать деньги. Вин-вин – это то, что мы